В эти минуты в ходе очередного заседания правительства рассматривается более 20 вопросов повестки. В первой половине дня Кабинет министров одобрил проект стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Отметим, что в течение ноября прошел ряд общественных и публичных слушаний, заключительное мероприятие, межрегиональная научно-практическая конференция прошла в минувшую пятницу. С учетом всех поступивших предложений и замечаний, проект стратегии был доработан и сегодня одобрен правительством республики. К 2030 году мы предполагаем по целевому варианту достичь роста валового регионального продукта в 1,8 раза в сопоставимых ценах к 2015 году. И, соответственно, к 2050 году этот рост составит примерно 2,5%. А мы также предполагаем рост численности населения к 2030 году более 1 миллиона человек. А мы также предполагаем рост продолжительности жизни к 2030 году до 77 лет. Мы планируем сократить уровень бедности до 8%, сократить уровень безработицы и повысить реальные денежные доходы населения, а также покупательскую способность населения примерно на 1,6 раза к показателям 2015 года.